И первое очко. Ошибается Звонарев. А может быть, нам его просто не показывают. Я его не видел. Здорово. Сорок пятнадцать с 30. Здорово. По 30. Мент верно начала движение. И все-таки Шарапов подает. Здорово. Резанный удар. Ну, несмотря на... Блестяще. В коллекции. Абсолютно. 6 геймов под подачу в самом начале, затем она успокоилась. И опять наш не бьет. Вообще промахивается на итоге. Невероятно, так скажем. Ну как здорово. Статистика первого сета, который был достаточно таким мимолетным. Здорово. Прямо положи. Да, хорошо, как приняла сейчас Вера. Прижился. Третья двойная. Вот это уже было похоже на мат, подает. Как приходится. Мы Звонарёв выигрывать мячи на второй подаче, лишь около 30%. Ой, здорово. Сколько раз уже на... Да. Ой, как обидно, какой резанный. Невероятный какой-то розыгрыш был. Пока ей это не удается. Собственно, как это действует передняя линия.
еще и эйс прошел. У него под занавес атаку переходит. Просто Вера наша поймала вот эту машину скорость. Смеш ударила. И ошибается Маша. Уже заставила пойти себя. Ну, получился. Получился наконец-таки удар. Добила она. В тот же угол, да, не переносила огонь. Невероятный теннис. Какой теннис, а? Решающая партия. Как обидно. Нельзя так ошибаться сейчас. Что-то отпустился. Ему пришлось выковыривать просто из-под сетки. Ошиблась. Сыграла по линии, но не украшением был бы вот такой драматичный третий, который в абсолютно равной игре бы проходил. Берет подачу Шарапова скорости. Статистика второго сета. Ну, вот смотри, положительная разница у Звонаревой выигранных мячей и невынужденных ошибок. И вероятных усилий, но она себя в какой-то вот колее держит, да? Настоящий чемпионский характер и сыграла она так, как надо. Мы сейчас не об этом. Это вот умение не раздать в этой решающей партии. Невероятно. Уже давно нету. Ну да, зачем он там стоит? Великолепный прием. Сейчас драйвом, да, чувствуется, что что-то может еще произойти. Потому что Вера же нашла сегодня игру, которая... Тройной матчбол. Аут. Да, вот и все. Итак, Мария Шарапова второй раунд в Катаре. Хороший финал получился. Было здесь и волнение, и напряжение, и красивые розыгрыши. Ну а победила
Мария Шарапова. Свой 18-й турнир уже она выигрывает. 6-1, 2-6, 6-0. Какая хорошая точка, даже восклицательный знак, можно сказать. На турнире надо отдать, наверное, должное Вере Звонаревой, для которой этот турнир тоже был очень удачным. Да, и 21-й ракеткой мира она будет уже в понедельник в опубликованном рейтинге. Мария пока лишь остается 5-й. Ну а в первой пятерке, тем не менее, будут некоторые изменения. Светлана Кузнецова откатывается на 3-ю позицию, а Аня Иванович становится 2-й. Но опять же, уже следующая неделя может внести некоторые коррективы. Турнир в Дубае, там Мария тоже заявлена. Ну и остальные козырные дамы соберутся, в общем-то, там. Ну а Марию мы поздравляем с этой хорошей победой. Да и вообще весь турнир она провела на высоте. Сыграли очень быстро, ну, все сеты достаточно динамично были сыграны. По выигранным мячам преимущество у Марии Шараповой. Ну, как хотя